В Сорокинском районе в селе Покровка оборудовали еще один пожарный пост. Это уже третий муниципальный пункт для огнеборцев. В помещении провели отопление, связь заменили входную группу, оборудовали средствами пожаротушения. Трудоустроены 5 сотрудников, которые прошли обучение. Вскоре местные пожарные получат специальное обмундирование. Пост на территории был крайне необходим, ведь раньше до приезда огнеборцев бороться с возгораниями приходилось своими силами. Если пожары случались, у нас была добровольная пожарная команда 26 человек. Мы собирали эту команду и выезжали на пожары в автомобиле. У нас Нива автомобиль в администрации, 2 бочки, 4 ранца. И вот садили и выезжали, и тушили. Сегодня на территории Сорокинского района пока не было ни одного лесного или ландшафтного пожара. Но огнеборцы 2 федеральных и 3 муниципальных пожарных пунктов в полной боевой готовности. Они работают по территории района. Естественно, есть в первую очередь те населенные пункты, в котором они находятся. И в соответствии с планом по привлечению их на тушение пожаров, они выезжают не только в нашем районе, но и в соседний Ромашевский, Викуловский район.